Добрый день, дорогие друзья. Я предлагаю с небольшой задержкой, но тем не менее, начать нашу сессию. И все у нас, да, Сергей. Да, еще Игорь, надо присоединиться. Дорогие, до начала нашей сессии у нас есть одно очень приятное событие. Я как член правления Ассоциации социальных парков хотел бы его публично объявить. У нас новый член Ассоциации социальных парков. И я хотел бы сюда на сцену пригласить Максима Базникова для вручения. Максим с нами давно, с самого начала. Для вручения Социальному парку Сибирский я приглашаю Игоря Субботина. Коллеги, поздравляем. Приветствую вас, наша дружная ассоциация. Я на самом деле человек, который себя считаю очень хорошо за Новосибирск, за соединение всегда, и с большой радостью каждый год узнаю о многих проектах, как правило, это частные постоянные факты, что вдвойне приятнее. Можете всегда рассчитывать на нашу поддержку, на поддержку не только сборной аппарата ассоциации, но и большой. Всегда будем рады поделиться с вами опытом, рассказать то, что мы знаем, ну и всегда будем рады учиться. Максим, спасибо большое. Меня зовут Игорь, фамилия Субботин. Я директор управляющей компании Строительного парка Сибирский, частного строительного парка, который мы приняли решение создать на территории Новосибирского района. Парк будет находиться между второй взлетно-посадочной полосой Главного парка Колбачева и промышленно-логистическим парком Новосибирской области на территории 66 лет. Это парк Grand Greenfield, он будет создан практически на чистом поле. Сейчас мы получили эти условия, выполняем все условия, которые туда электричество для начала, соответственно, делаем, получаем разрешение на примыкание УФАДа на федеральной трассе. Занимаемся инженерной подготовкой территории. Хотим инженерно подготовить территорию к концу следующего года, для того, чтобы резиденты, которые нам, даст Бог, придут в достаточном количестве, смогли сдать свои объекты в промышленную эксплуатацию уже осенью этого следующего года. Я думаю, что Новосибирск — это очень перспективное место для инвестиций. Столица человеческого потенциала, который здесь есть. Но сейчас человеческий потенциал является, наверное, скорее экспортным потенциалом Новосибирска. То есть люди уезжают в Америку, люди уезжают в другие города. И мы хотели бы изменить этот подход. Мы хотели бы, чтобы Новосибирск был царевной несмеянной, которая, в общем-то, инвесторам говорит: мы сейчас сделаем, чтобы вы приходите и разбогатеете. Мы хотели, чтобы было весело. У англичан есть простая пословица «за мозом мере» вместе и «сильнее». Мы хотели бы, чтобы нам было весело с Аиром, чтобы нам было весело с Крымкой. А я сам из Западной Беларуси, у нас есть такая пословица, Максим говорил вчера, что это еще две минуты. Есть такая пословица: один съешь хвала, одна хвала. А вместе сядешь, и будет тебе хвала и честь. Спасибо за внимание, я думаю, что вместе у нас получится. Благодарю за поддержку Аир, благодарю за членство в Ассоциации социальных парков. Спасибо.
Сергей Азизов, генеральный директор управляющей компании Социального парка Левобережный и Красной области. Минаев Андрей, директор акционерного общества дирекции по развитию промышленных зон в Новгородской области, но он представляет несколько индустриальных парков, чуть позже он об этом расскажет. И Сергей Маслютин, генеральный директор консалтинговой компании «Верное решение» в Казани. Коллеги, я предлагаю следующий ремайнд. У нас с вами запланирована работа до 14.00, поэтому с учетом большого количества выступающих, еще хотелось бы с залом нам тоже поработать. Предлагаю на выступление 5-7 минут. У нас есть несколько презентаций. И для того, чтобы нашу дискуссию начать, хотел бы несколько цифр озвучить. Мы с вами сегодня обсуждаем браунфилд проекты и возможности использования имеющихся ресурсов. По обзору Ассоциации индустриальных парков, из 227 индустриальных парков, которые вошли в обзор в 2019 году, 83 отнесены к браунфилду. То есть мы составляем чуть больше трети от общего количества индустриальных парков. При этом в основном браунфилд проекты реализуются именно как частные индустриальные парки. Всего 6 индустриальных парков в соответствии с обзором государственных в этом сегменте, в браунфилд. В то же время очевидно, что в Российской Федерации огромное количество неиспользуемых промышленных площадок. И резервы для задействования этих площадок очень большие. Это касается как больших заводов, крупных корпораций, консолидированных активов, так и, в общем, небольших площадок, которые находятся как в крупных городах, так и в сельской местности. Опыт у каждого региона свой, поэтому сегодня, я надеюсь, мы сможем обсудить основные тенденции на этом рынке, основные тренды, которые мы сегодня видим, возможности, которые мы сегодня уже используем, и те резервы, которые, как нам кажется, у нас еще есть. Коль мы сегодня находимся в Новосибирске, я хотел бы, во-первых, поблагодарить участников нашей сессии, чтобы вы нашли время и приехали к нам, поблагодарить организаторов за хорошую организацию этого мероприятия, уже 9-го форума, и отдавая дань городу Новосибирску, хотел бы первое слово предоставить Игорю Чуординскому. Компания «Типартнер» разработала концепцию создания индустриального парка на базе Новосибирского завода химконцентратов. Поэтому в качестве задающей темы, Игорь, слово вам. Скажите, пожалуйста, в чем заключается проект. И плюсом к этому мне хотелось бы еще и услышать от вас, каково вам работать с госкорпорацией «Росатом», как компания, которая обладает большим количеством непрофильных, незадействованных активов и имеет отдельную программу оптимизации и, наверное, рассматривает возможности использования этих промышленных активов для создания индустриального парка. Спасибо. Добрый день еще раз, коллеги. Я хотел бы начать свое выступление с того, что с 2019 года на рынок промышленных парков было принято решение о выходе госкорпорации. Связано это в первую очередь именно с тем, что действительно перевооружение происходило, высокотехнологичное оборудование, при этом всем существует программа по комплектизации и повышению эффективности собственного производства. В результате этого высвобождаются довольно большие объемы, как производственные, так и офисные недвижимости, а также полностью обслуженная инфраструктура инженерная и, ко всему прочему, есть большой парк оборудования, производственного оборудования. Значит, можно вот буквально я хотел бы все-таки еще раз повториться, то, что общий мировой тренд, текущий, это ускоренный рост производительности труда. Сегодня об этом уже много раз говорилось, но тем не менее я должен заметить, как основные цифры можно увидеть на слайде.
рамках этого всего концепция создания промышленных парков на базе освобождаемых площадей госкорпораций, он является очень актуальным. Плюс ко всему прочему, опять же, дополнительно хочется добавить то, что конкретно вот касаемо Росатома, это одна из тех госкорпораций, которая является ведущей в отрасли. И по 2025 году, скорее всего, она превратится в институт развития. В результате, вот, опять же, забегая вперед и говоря о том, что какое преимущество будет у площадки промышленного парка на базе НФК, можно четко сказать, что тем самым якорем, тем самым центром притяжения будет являться само основное производство. А на слайде, на следующем слайде отражена краткая информация о том, что во что сейчас, какой тренд по вкладыванию в рост, что из активов растет. Растет в первую очередь интеллектуальная собственность. Соответственно, вот в качестве примера приведены две крупные компании Shell и силовые машины, которые пошли по пути как раз конкретизации своих производств и создания на их базе промышленных парков. Ну, то есть, как бы тренд, он не российский, он общемировой. Создаваемый промышленный парк в Новосибирской области, он рассчитан в первую очередь на весь Сибирский округ, но в качестве потенциала можно рассматривать Кемеровск, в первую очередь это Кемеровская область, Томская область. Отдельно хотелось бы сказать то, что Новосибирская область занимает первое место среди сибирских и дальневосточных регионов России по производству продукции верхних переделок. Из 85 регионов России только 8 регионов могут похвалиться и похвастаться именно таким состоянием экономики, производства. На этом слайде я бы хотел обратить внимание на то, что Новосибирская область является, ну, можно сказать другими словами, здоровым организмом. В отличие от большинства регионов Российской Федерации, доля крупного производства составляется лишь 39%. Все остальное – это субъекты малого, среднего и микропредприятия. Отдельно хотелось бы теперь немножечко рассказать о самой площадке. Площадка обеспечена полностью всей необходимой инженерной инфраструктурой. Можно заметить, в чем является угроза, ну, с одной стороны, конкуренции, а выхода госкорпораций, оно состоит в следующем, то, что я уже говорил, это инфраструктура, она целая, готовая, ухоженная. Соответственно, инвестиции, например, предварительные инвестиции в создание промышленного парка на базе НЗХК составляют 50 миллионов рублей. Это в инженерную инфраструктуру. Соответственно, похвалиться такими инвестициями другие парки не могут. Это такой момент, который позволит конкурировать и успешно войти на этот рынок. Площадка обеспечена двумя выходами на федеральные трассы. Есть отдельный выход к железнодорожным путям сообщения с товарной станции. Плюс находится фактически в центре города. Ну, не в центре города, в черте города, прошу прощения. Находится в Калининском районе. Отдельно хотелось бы сказать то, что Калининский район из всех районов Новосибирска, он является самым, скажем так, ущемленным в части развития промышленности. Основной промышленностью находится в других. И у него есть большой потенциал роста. Плюс ко всему прочему, рост, сам генплан развития Новосибирска состоит в том, что развитие самого города предполагает именно
движение в сторону Калининского района. Исходя из выше озвученной информации, могу сказать точно, что данная площадка является очень перспективной по ряду причин, которые еще раз подытожу. Удачное месторасположение, наличие всей производственной инженерной инфраструктуры и оборудования, высокая интеллектуальная составляющая, производственная составляющая в виде основного производства. Ну и, соответственно, сам регион, который является одним из ведущих. Кратко все. Спасибо, Игорь. Я уточняющий вопрос. На площадке создаваемый стоянный парк планируется какая-то кооперация с основной продукцией? Я должен заметить, что в планах развития госкорпорации в обязательном порядке стоит увеличение доли не ядерного производства. В рамках именно вот этого обязательства, я думаю, что уже существуют предприятия, которые занимаются не ядерным бизнесом и с удовольствием разместятся на данной площадке. Спасибо. Далее я хотел слово предоставить Сергею Мастухину, компании «Верные решения». Сергей, могли бы осветить вопрос организации внутренней кооперации среди резидентов и, может быть, дополнительных сервисов управляющих компаний, которые, на ваш взгляд, могли бы позволить использовать те ресурсы, которые есть на площадке крауд. При этом это речь идет не только о инженерной структуре, о недвижимости, но и о сервисах для резидентов. Да, добрый день. Всем добрый день еще раз. Я хотел бы действительно поговорить о таком внутреннем ресурсе, ну, в соответствии с заявленной темой, да, как кооперация резидентов и некая централизация функций управляющей компании, да, которую она может предоставить как сервис. Потому что я думаю, что эффект от вот этой кооперации даже где-то у нас в головах, скорее всего, недооценен. Я, собственно говоря, масштаб выгод для резидентов управляющей компании, честно говоря, сам начал понимать, только когда мы начали сотрудниками было посчитать эту тему. Потому что она вроде как-то где-то в воздухе эта тема крутится, все вроде понимают, как бы это выгодно, да? Но нам всегда для перехода к такой модели в хозяйстве не хватает конкретных цифр или эффектов. Вот стоит человеку сказать о том, что ты сэкономишь там 50% себестоимости, и он начинает придавать этому вопросу серьезное значение и работать, как бы, в этом вопросе, прежде чем ответить на этот вопрос, как бы надо изменить. Вот, собственно говоря, стартовые ситуации, как вот интересно, да, вроде как в поговорке у одного из литературных из авторов, да, в каждой семье там несчастливы по-своему, а все несчастливы одинаково. А по большому счету у всех резидентов, какого бы профиля производственной компании они ни были, одни и те же, на самом деле, болячки в ходе ежедневной деятельности, одни и те же задачи, одни и те же способы развития, одна и та же стратегия. С точки зрения организации, всего документооборота, подбора кадров, функции, там, наверное, бухгалтерский учет, например, да, того же самого и так далее. Не говоря уже о каких-то злободневных проблемах, которые у многих производственников похожи. Ну, например, упаковка. Каждый резидент начинает с мужеством и геройством решать для себя эту задачу. Также каждый резидент начинает решать проблему с доставкой себе сырья и отвоза готовой продукции. Когда ему предлагают с рынка какие-то предложения, начинает, естественно, делать конкурентный анализ. И где-то в голове, не знаю, вот, ну, может быть, у меня, может быть, у моего коллег согласятся, где-то сидит вот эта галочка. Раз предлагают, это, скорее всего, какой-то дорогой. Да, это я сам найду. Может быть, это будет дешевле. Да? Или есть такая иллюзия еще в голове, что если я сам сделаю, это будет дешевле. А не всегда. Сам сделаю, это всегда будет качество, да? Когда, вот, извините, отойду в сторону, когда я сам себе дома клал плитку из чистого энтузиазма и доработки. Да, я делаю это качественно, я делаю это долго, я делаю это дорого, потому что я в этом как бы не специалист. Я неплохо, я сглаживал там каждую плиточку 50 раз прикладывал уровень, да? Но это не значит, что я сделал это эффективно. Вот. И тем более, как бы, дорого, да?
И, собственно говоря, сейчас на рынке появляются понятные решения, там, у нас утилизация экономики, даже транспортно-логистическая, как бы, вот эта вот вещь, она тоже становится все более эффективной и все более дешевой. Тем не менее, мы все с тем же самым упорством, от собственного какого-то уверенности, от собственных, может быть, ограничений, от собственного недостатка информации, начинаем решать сами эти вопросы. В то же время, мы понимаем, что под словом кооперация стоит рядом, ну, рядом с ним стоит знак равенства, это доверие. По большому счету, все наши болячки в бизнесе, это от отсутствия вот этого знака равенства, от доверия. Мы боимся того, что наш партнер по кооперации окажется непорядочным. Это частая ситуация для российского рынка, мы понимаем. Мы очень боимся, что даже если наш партнер по кооперации окажется порядочным, и слава богу, это не проверено годами, могут у него в жизни или в бизнесе сложиться такие ситуации, что он вынужден будет прийти и сказать: извини, я как бы не смогла, то есть обстановка какая-то сложная. Мы все боимся. Это мешает нам, собственно говоря, устанавливать долгосрочные вот эти вот операционные связи. Ну теперь, собственно, как бы от эффектов. Мы только на самом деле начали измерять эту тему и уже впечатлились результатами. Да? Первое, с чего мы начали, это стали смотреть, а будет ли резидентам производственный эффект, который доверились друг другу, доверились транспортной компании, заказали централизованную услугу, например, доставки сырья. Еще за этим были элементарный вопрос, а можно ли довериться услугам управляющей компании и попросить ее осуществлять сервис торгового дома? И что мы, собственно говоря, с этим будем иметь? У нас-то у всех иллюзия, что лучше, чем мы сами, свой товар мы продавать не будем. Да, если услуга уникальная, товар там высокоинтеллектуальный и так далее. Но чаще всего резиденты комбинируются на площадке, у которых товар стандартный. И, скажем так, подход к бизнес-процессу, его логистики и сбыта, там ничего нового уже не придумаешь. То есть за там, несколько лет рыночной экономики, за 100 лет существования этого бизнес-процесса физически в природе, да, а уже оптимальные бизнес-процессы кем-то отработаны. Вот эффект от транспортно-логистической, с бытовой, сырьевой кооперации, его посчитать на самом деле несложно. Тут достаточно просто. Экономит ли резидент на услугах доставки, если бы он заказывал машину сам, или если бы он скопировался с кем-то. Услугу попутного груза придумали не мы, производственники резидента. Ее придумал логист, владелец «Газели», «КамАЗа», «Фуры» и так далее, чтобы сэкономить свои, ну, затраты на перевозку воздуха. Да? Раз. И второе, это мы так считаем. А логист, собственно, разрабатывает больше. Если он оттуда же возникло пилетирование, оттуда же возникла экономная укладка, компактная, там вот это все размещение, да, и так далее, и так далее. А вот эффект от производственной кооперации очень сложно измерить. Я когда разговариваю с производственниками, например, до недавнего, ну как-то в некоторых условиях такая иллюзия существует в голове. О том, что, скажем, услугой упаковки должен заниматься, например, какой-то оператор, который находится где-то. Мы к нему отвезем свой товар, его упакуем, иногда вообще сложно найти упаковщика. Вы знаете, я для себя понял, что высший пилотаж управления – это упаковщика позвать к себе на площадку. Это может сделать управляющая компания, это может сделать первый амбициозный резидент, это может сделать резидент, у кого самые высокие затраты или самый большой объем, ну, той же самой упаковки на площадке. Остальные резиденты, на самом деле, от этого эффекта имеют уже, ну, как бы, в позднении медицинского, да? Но это тоже все можно считать. Вопрос, мы должны закупать поддоны, или нам надо позвать какого-то предпринимателя и сказать: я тебе обеспечу заказ 500 поддонов в год, я тебе дам, может быть, какой-то аванс. Но вопрос с закупкой леса, с распиловкой, где-то там на территории, возьми его сам, а, собственно говоря, сборка поддонов, купишь и видосик, сделай у меня здесь на территории. Потому что, как ни крути, все, я думаю, считают, что согласятся, наверное, со мной, что в России одно дело звонком проверять работу твоего партнера в кооперации. Ну как там у тебя дела? Выполнишь ли ты в срок свои обязательства? А это еще есть заблаговременно. И совсем другое дело зайти к нему в цех и посмотреть, да, как на самом деле все это может быть. Извините за длинную, как бы, прелюдию, да? Это вот она идеология, собственно, кооперации. Я просьба дальше тезис, пожалуйста. Все, я уже положил, я приведу. Поэтому сразу переходим к каналу. Эффекты презентации будут доступны, да, это тоже. Эффекты от кооперации, какие мы видим, и, собственно говоря, начали как бы их измерить. А мне, кстати, понравился, мы недавно, несколько лет назад посещали парк Новосиб, Химград, и я, в принципе, вижу достаточно высокую степень кооперации. Вот первые эффекты – это от той экономики, к которой мы дошли. Первое – по транспортным издержкам. Взяли отрасли, посчитали эффект.
до 2,5% от себестоимости можно сэкономить на транспортных издержках от централизации функции и кооперации в этом вопросе. Производственные. Здесь, на самом деле, взяли тоже только логистику, только доставку, вне услуги различного там профиля, но не участие в производственном переделе пока еще. Вот это мы взяли как для домашнее задание себе, посчитать эффекты от участия в производственном переделе, то, о чем говорил Шпилек сегодня, участие в производственных цепочках и формирование резидентов именно в тех процессе. Да. Такие эффекты очень значительные. Обратите внимание, от 2 до 13% себестоимости можно сэкономить. И, собственно говоря, там прочие прямые издержки в затратах. Только начали, я думаю, еще буду расширять дальнейшие слайды. И вот смотрите, итог присылает совокупного эффекта. От 3 до 17% от себестоимости, а считай, в добавках прибыли, можно сэкономить только грамотно эксплуатируя внутренний ресурс резидентов или предлагая какую-то такую сервисную услугу управляющей компании. И это только начало. Если дальше есть производственные цепочки, если есть услуга аутсорсинга, бухгалтерского учета, кадровые функции, юридические, там будут еще более сумасшедшие цифры. Ну, в хорошем смысле, как бы это сказал. Да? Это наш резерв экономии. Собственно говоря, вот я предлагаю такие вещи обращать внимание, там скрыто значительные резервы. Большое спасибо. Спасибо вам. Хотел бы отметить, что, как всегда, ваши доклады отличаются особым подходом к аналитике. Все цифры мы видим, все оцифровано, результаты посчитаны. Поэтому вы одна из немногих компаний, которая на этом рынке действительно задает стандарты по новым тематикам. Но, переходя от возможностей все-таки к реальным делам, я хотел бы, Игорь, к вам обратиться. И у вас химический индустриальный парк, заявленный как отраслевой будет. Насколько вот те эффекты, о которых говорил Сергей, в реальной жизни имеют место быть, насколько востребованы резидентам подобного рода услуги и с какими сложностями вы сталкиваетесь в реализации своего проекта? Спасибо. Добрый день. Слышно меня, да? Химический парк Тепил — это Брамфорд с 80-летней историей. Соответственно, история связана с тем, что химическое производство, оно, по сути дела, имеет определенные требования к организации производства, в частности, в первую очередь, к экологическим вопросам. Вот, на этом бы я хотел остановиться в части экологии. Да? На сегодняшний день законодательство у нас все больше и больше закручивает в части ужесточения по правилам использования отходами производства и извращения. Соответственно, у нас парк определяет свою стратегию, как мы.